Зыбучие пески посреди каменных джунглей. Нижегородские дороги превращаются в трясину. Так, в Автозаводском районе асфальт провалился прямо под колесами мусоровоза. Машина просто застряла в огромной яме. Ехал в садик забирать мусор. Угу. Вот, ехала, и она у меня провалилась. Я сначала подумал, у меня мост отвалился. Такой был грохот, и машина упала. Угу. А смотрю, у меня асфальт провалился. Ой, класс. Метр, наверное, от асфальта провалился. Угу. Вот такие у нас дороги. Приезжали МЧС, они записали, сфотографировали и уехали. Все. Страшно, наверное, если бы я выехала вот плюс-минус минуты, то тоже так же провалилась. А вот еще вот тут и рядом машины легковая стояла, ее убрали, там под ней тоже яма. С этой ямы вот начало подмывать. Да, вот она на обочине. Надо было на это рассчитывать. Коммунальные службы это виноваты, и я же. Я ехал, работал, а машина взяла и провалилась. Смотрите, там под асфальтом-то вообще ничего нет. Ни песка, ничего. Вообще, это один асфальт был. Тут раньше была вот это, как ее... канализации, то ли что. Сейчас заделали сверху, а была там. В прошлом году здесь вот рыли. Угу. Наверное, так плохо сделали. Засыпали ее, а походу плохо это засыпали, подмыло и все. По технологии делать по-другому, не просто песок. Побольше щебенки утрамбовать, они засыпали, и асфальт положили и все. Обещали завтра сделать. Вот, надеюсь, что сделают по-хорошему. Со щебнем совсем. И чтобы больше никто в такую ситуацию не попал.